Очередная стычка кишиневцев с бывшим муниципальным советником Валерием Клименко произошла во вторник, 21 мая. В очередной раз председатель Конгресса русских общин начал строительство многоэтажного дома в парковой зоне Лайзвор. С раннего утра был возведен бетонный забор, а возмущенные жильцы близлежащих домов пытались этому воспрепятствовать, ведь в прошлый раз им удалось отвоевать парк. С ними больше года. Они как хотят, они приходят как воры утром, приходят, когда все люди на работу, и им наплевать на нас. Вот сегодня пришли внезапно, как операция. Я не знаю, что делать. И пойдем к этому, к примару, не знаю, пускай он решает, или что делать, даже не знаем. Однако на этот раз экс-советник прибыл на место с охраной для того, чтобы защищать объект от возмущенных жильцов. Они в прошлый раз препятствовали работе техники, специально становились под кран, нарушая тем самым технику безопасности, потому что, не дай бог, сорвется железобетонная конструкция, кого-то убьет, кто-то будет за это отвечать. Вот для того, чтобы не было таких провокаций, попыток срывать нам законное наше право выполнять здесь работы, были приглашены специалисты, которые здесь обеспечивают правопорядок. Крепкие ребята не только охраняли парковую зону, но и угрожали жильцам, а также представителям общественных организаций и депутату, которые прибыли в парк, чтобы воспрепятствовать незаконному строительству. Почему они могут стоять? Нет, подождите, а почему они могут стоять? Я что-то не понял. Здесь что? Я что-то не понял, что они могут здесь стоять? Головы. Я не понял. Дайте мою кору ворвать, сейчас поймешь. Пойди. Молдавне, что не требуем. Да. Сейчас распомню. Да. Щидак, я же, попагал. Мы уже там лоботаем. Дай сигар. Три шпарки сейчас. Бывший муниципальный советник спорил, ругался и размахивал бумагами, утверждая, что у него есть все необходимые документы на строительство. Однако выяснилось, что документ имеется только на возведение забора. Разобраться с ситуацией прибыли представители притуры сектора Буйканы, с которыми господин Клименко также вступил в спор. Письменное распоряжение. Можем. Вы что хотите сейчас, чтобы мы здесь начали... Давайте без скандалов, я попрошу. Давайте немножко все-таки успокоимся все. Еще раз говорю. Потому что таким образом вы вопросы не решите. Еще раз говорю. Да. Вы, пожалуйста, представление претора. Он своим распоряжением, если у него есть полномочия. Мы вынесем, но вы пока прекратите, пока мы не будем прекращать. Как выяснилось позже, авторизация на строительство была аннулирована еще в прошлом году, а новую председатель Конгресса еще не получил. По привере, ласистаре лукрерилор, деконструкция, объективу, социал-культурал, спатий локатив, никали ешлор. Да, и что? И что? Дальше. Что? Что дальше? На этом все. Не имеете права здесь строить, пока не сдадите другой документ. Я вот оставляю главному архитектору города. А, делайте. Одну секундочку. Да. Одну секундочку. Значит, дай сюда. Не. Это мое, это для комиссара. Я должен ознакомиться с ней. Вы ознакомлены с ней, дорогой. Что, издеваешься? Вы ознакомлены с ней. Замглавы сектора Буйканы предоставил распоряжение столичной мэрии о том, что бетонный забор должен быть снесен в течение 2 дней. А в индивидуале, где пистаре гардул, где панол префабрикат, где бетон, армат, монтат не авторизат, где către Конгрессу Комитетства Русежды Республика Молдова, где он сегментный терен, где калия ешлор, где мир артикул 29, линят, литра Т, и артикул 22, лечи Республики Молдова, и так далее, вице-примару муниципалу Кишинев диспуне. Се пуне в сарчина претурии сектора Буйкани при интермедии интерпринерии pentru prestări servicii din sectorul Buicani, să demoleze în termen de 2 zile elementele gardului din panouri prefabricate, din beton armat, din calea ieșilor, montate neautorizat cu readucere terenului în starea inițială. Кишиневцы ликовали, ведь несмотря на то, что порой чиновникам сложно противостоять, на этот раз правда восторжествовала.
день корифеи.